Всем огромный привет! Год назад я посмотрела, это было 2 января 2014, на этом же столе в доме родителей я показывала вам, как купила наборчики от компании Body Threads, и среди них был и этот набор. И вот сейчас появился повод, чтобы я отшила этот наборчик. Жанна и Алина устроили совместный проект, который так и называется «Мир Body Threads». И вот в рамках этого проекта я хочу вышить этот словарь кофе. Вот такой вот наборчик. Канву из набора я, естественно, сразу же заменила на любимую 18-ю. Тут уже немножечко расчертила. Вот такие ниточки в наборе, ниточки Мадейра. Буду ими вышивать. Не буду тоже никакие органайзеры использовать. Мне удобно такими пользоваться. Очень нравится. Вытащил ниточку и вышиваю себе. Вот такой наборчик. Я вам его уже показывала. И схемку эту уже показывала. И если вы помните, то я вам рассказывала, что с кофе у меня своя особая история, я его обожаю. Вот знаете, как есть люди, которые любят собак, есть люди, которые любят кошек. И вот точно так же говорят, что есть люди, которые любят кофе, и есть люди, которые любят чай. Вот я к чаю как-то вообще равнодушна, а кофе обожаю. Ну и, наверное, обожаю его потому, что в какой-то момент я поняла, что умею гадать на нем. Я просто проснулась ночью и поняла, что умею гадать на кофе, представляете? И сейчас гадаю, и вы знаете, я решила даже вам снять отдельное видео тем, кому это будет интересно. Можете пройти по ссылочке под этим видео и посмотреть. Я сняла видео, как я гадаю на кофе, потому что это не совсем обычное гадание, я не предсказываю будущее. Это больше что-то, не знаю, вроде чтения жизни человека. В общем, если вам будет интересно, то посмотрите. А так, с кофе, я же говорю, у меня особая история. И я хочу вот эту картинку вышить, да, и повесить ее на кухне. Как раз над тем местом, где будет стоять кофеварка. Мы недавно ее приобрели, теперь у меня муж заведует кофе, он сам его варит. Раньше как-то я больше этим заведовала, варила там в турке. Или просто кипятком его заливала. А вот он теперь у меня варит в кофеварке, я вообще к ней не прикасаюсь. Говорю, сам своей шайтай-машиной пользуйся. Так что я теперь по утрам просыпаюсь, и муж мне делает кофе. Ну, вот такой проектик. Надеюсь, что я его быстро вышью, так как тут все как бы простенько, я думаю, будет. Никаких сложностей не будет. Как раз буду вышивать свою лесную колдунью в совместном проекте «Зимнее настроение». И вот эту как бы отдыхалочку такую вот возьму в работу. Ну все, мои дорогие, кому интересно, приглашаю посмотреть мое второе видео. А кому не интересно, увидимся в следующий раз. Я расскажу о том, что же я успела вышить. Всем пока-пока!